Так, ребята, я в лесу. Сегодня пятница, уже ночь. Я пошел в лес. У нас вот такая стоянка есть. И что я вижу? Сначала я немножко испугался. Тут все раскидано. Смотрите, зажигалка, нож. Все. Вот отсюда вот вытащено. Я посмотрел на костер. Я думал, что здесь кто-то картошку пек. Но позже я пригляделся, и оказалось, что это луковица. После ухи. Но здесь я еще кидал кости. Кости бесследно исчезли. Смотрите, здесь не передаст камера. Здесь следы. Вот этот утеплитель, здесь такие следы. Скорее всего, лисьи. Кто-то здесь царапал. Так, я уже там палатку поставил. И вот самое интересное. Стаканчик в дырочку кто-то кусал. Зачем-то вытащил чугунок, кастрюльку и полностью разорвал, полностью просто пенку, на которой я сегодня планировал спать. Блин, у меня, конечно, матрас есть. Я надеюсь, он не сдуется, его заклеивал. Но для меня будет, конечно, это бедствие, если... А, сейчас вот возьму ту пенку, которую тоже укусили. Так, вот здесь что-то вытащили. Вот такая вот, такое животное приходило. Не знаю, ну не видать точно, медведь бы порвал бы так порвал. Вот так бывает. Сначала реально испугался. Мне тоже тут одному. Ух, страшно. Если я выложу это видео, значит я остался живой. Это воду мы в этот раз наливали. Вон там сковородка. Видно, не видно, вот она. Она лежала, например, здесь, на этом, на этой ветке. Даже не на ветке, он там, где шампура. Ее вытащили сюда вот. Все нереально. Стрельну из сигнала охотника, чтобы никто не приходил. Но животное, судя по всему, мелкое. Это даже не росомах. Вот, смотрите, следы какие. Следы зубов. Вот он кусала. Или собака какая-то. Я подумал, может, медвежонок. Да навряд ли. Вот самое страшное, это если будет медвежонок. Медвежонок нам здесь не нужен. Ну, посмотрим. На зубы. Да, зубы-то не очень большие. Вот оно грызло, грызло. Даже не могло прокусить. Вот это вот погрызло оно. Кто это, интересно, лес на леса? Шай медвежонок-то прокусил бы явно. Большой костер для дыма от комаров. Отдохну и буду спать. Там солнце на том берегу, кстати. Сейчас уже первый час, солнце еще светит. Прям ночью, прям день, точнее. У нас заканчивается 22 июля. Будем первый закат встречать. А пока еще полярный день. В самом-самом закате. К сожалению. Вот поэтому, чтобы не встретиться с росомахой, палатки лицом к лицу, я обливаю палатку вокруг уксусом. В палатке по периметру. И плюс делаю выстрел из сигнала охотника. Чтобы она ко мне не прибежала неожиданно. Потом днем, когда солнце будет, покажу следы росомахи. Ну, не знаю, мне кажется, может, лисица была. Какая-нибудь маленькая росомашка, не знаю. Жалко, что не было фотоловушки, чтобы ее поставить. И все. И узнали бы уже точно, кто здесь громит.
ковер. Сейчас чай попью и спать. Вторая ночь уже. Заключительная. К сожалению. Завтра уже домой. Второй половине дня пойду. Быстро весь время летит в лесу. Кстати, что-то ни одной рыбки не поймал этот раз. Ну ладно. К сожалению, может завтра на утреннюю рыбалку схожу. И недалеко.